9 начинающих и талантливых бизнесменов региона получили от Министерства по делам молодежи Омской области прекрасный новогодний заслуженный подарок. 7 декабря в конференц-зале министерства награждали победителей первого конкурса молодых предпринимателей на лучший бизнес-проект. Из 47 соискателей наград эти 9 предприимчивых молодых людей получили на развитие своих проектов до 200 тысяч рублей. Сертификаты победителей молодым лидерам омского предпринимательства вручал исполняющий обязанности министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Константин Подбельский, который отметил, что в планах ведомства продолжать традицию проведения конкурса, а его первым победителем пожелал. В завершение хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, чтобы в новом году ваши планы и проекты все реализовывались. Очень хороший старт, очень хороший этап для нового развития. Вот, и надеюсь, что наша экономика нашего региона будет развиваться. Суть моего проекта – это благоустройство преддомовых территорий на территории нашего региона. Это сегодня очень важно. Это и формируются места, нормальные благоустроенные места для семейного отдыха, для развития детского спорта. Конкурс проводился в рамках долгосрочной целевой программы «Новое поколение». Бизнес-идеи самые разнообразные, но все очень интересные и призваны работать на благо экономики Омского региона.